Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатываю денежку. И вывожу, когда в долларах, когда в биткоин-сатошках. Когда, если в долларах, то я вот этот свой баланс, майн баланс, и вот также вот здесь он отображается, меняю на биткоин валет, вот на этот желтая вкладочка. И только тогда уже вывожу на Faucet Pay. Ну а в долларах чисто это от 50 центов я вывожу на Pair. Что я и сделала. У меня очередной вывод. Так, вывод средств. Все замечательно, друзья. Бокс платит. Сейчас я вам покажу вывод. Вот здесь говорится, если вот про биткоин, если вы хотите вывести в биткоин сатошиках, то вот здесь кликните трансфер и переведете с майн баланс и выбираете биткоин валет. Тогда выводим. Они переведутся. Вот здесь выбираете, да, вот BTC валет, и тогда можно выводить. Здесь, как я уже сказала, минимум на в долларах 50 центов, а в биткоин валет минимум. А здесь, в принципе, друзья, минималки как таковой в биткоин валет и нет. Видим, да? Совсем тут даже собрал и вывел. Давайте перейдем в историю. На Pair вывод идет в ручном режиме. Вот 15 числа я вчера выводила 61 цент на Pair. Все замечательно. Давайте перейдем в кошелек. И 60 центов мне сегодня пришло. 16 сентября перевод выполнен. Сумма 0,60 центов. Комментарий. Вывод. Вот Елена и с проекта Light GPT. Как-то так. Все замечательно. Значит, что еще я хочу, друзья, сказать по этому проекту. Здесь очень дешевый апгрейд. У меня сделан апгрейд. Вот он у меня будет работать до 4. До 4 это 10 октября выходит. До 4. Значит, если мы кликнем апгрейд, я взяла на пробу, друзья, обратите внимание, всего лишь 15 центов на 30 дней. Это вот этот вот он идет. Есть еще апгрейд. Вот я хочу вот этот закончиться. У вас уже есть активный апгрейд. Покупка нового апгрейда. Удалить текущий. Значит, 30 дней 15 центов. 90 дней здесь 45 центов. Согласитесь, это вообще, да? Вот, очень дешево. И премиум. Здесь всего лишь вот актив юзер и премиум. 2 доллара, ну, на 30 дней. Ну и там по нарастающей уже. Я хочу сказать, что это, естественно, недорого. Букс классный. И, конечно же, я с удовольствием здесь, друзья, работаю. Но у меня, теперь хочу сказать, случилось с этим буксом, назовем так, маленькая неприятность. Я ставила на вывод денежку. Ну, я вот вам показывала. Там у меня была отмена. Почему мне отменили вывод? Мне заблокировали аккаунт. Значит, я поставила на вывод денежку. Пошла, просмотрела всю рекламку. Вернулась, зашла обратно в историю посмотреть, пришла ли денежка. Она же как бы в ожидании статус стоит. И меня бац из кабинета.
выбила. Я захожу, значит, по новой. И мне пишут, ваш аккаунт заблокирован. Опаньки, думаю, а что за дела? Я, значит, пошла писать в поддержку. Поддержку писать, если что, только вот сюда. Там есть напечатан как бы электронный адрес. Чисто через почту. Через почту письмо не доходит. Именно с самого сайта. Я, значит, им написала письмо. Я с ними переписывалась дня 2-3. Вот. Ну, все на английском языке. Говорю, как так? Что за дела? Я работаю честно. Вы мне заблокировали аккаунт. Я поставила денежку на вывод. Вот они мне отменили вывод. На что они мне ответили, что якобы там проблема у меня с IP-адресом. И запросили у меня, чтобы я обратилась к своему провайдеру интернет. И я им предоставила какие-то документы о своем IP-адресе. Адресе то ли за 3 месяца, то ли за полгода. Думаю, да провались. Вот, на что я им написала ответ. Опять же, через вот этот суппорт. Потому что если там нажать, как бы в письме есть ответ. Опять же, письмо не доходит. Только вот через здесь, через суппорт. Я им написала, говорю, я не буду обращаться к своему интернет-провайдеру. Я всегда работаю честно. У меня есть доказательства. Видео я пишу по проекту периодически. Вот, ну, нет так нет. Они мне на что ответили? Дайте тогда хотя бы ваш канал YouTube, ну и, естественно, ссылку на видео. Я им отослала. Ну, почему бы и нет? Мне, знаете, скрывать нечего. Вот я отослала вот еще на английском видео и ссылочка на мой YouTube. И вот они мне вчера уже прислали мне как бы ответ, что они именно администрации передадут, как бы, чтобы сам админ уже разбирался. И вот администраторы согласны освободить вашу учетную запись. Вы можете продолжить вывод средств. Приносим извинения за неудобства. Вот. Разблокировали мне аккаунт, потому как, естественно, мне жалко потерять такой букс. Букс реально классный, и я с удовольствием здесь работаю. Ну и буду продолжать его, естественно, развивать, потому что вот этот закончится членство, я куплю еще тогда уже за 2 доллара себе новый апгрейд, уже буду, естественно, побольше зарабатывать. Здесь... Что еще сделали, друзья? Мини-чат. Только вот не понять, как сюда писать. Вот. Люди общаются. Не было этого мини-чата. Проект развивается, естественно. И вот. Я вот не пойму, вот как сюда писать что-то. Куда нажимать? События. Вот. Так что, кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, друзья, проходим мимо. Вот такая вот у меня была маленькая неприятность с этим буксом. А почему я должна молчать? Ну, и к провайдеру, извините, я тоже не собираюсь обращаться. Я его так уже достала. У меня проводной интернет. Это вот если модем, да, как бы с модемом может меняться IP-адрес. Но у меня как бы... Адрес IP не меняется. У меня один IP-адрес и как бы вот и один интернет-провайдер. Ну, такие вот у меня новости. Всем удачи. Букс классный. Работает, платит. До новых встреч.